Дорога Огром-Динагар строится в рамках инвестпрограммы. Ее протяженность составляет 15 километров. Чтобы сдать объект в эксплуатацию в намеченные сроки, дорожные специалисты работают одновременно на нескольких участках. Дорожная техника Губдорэкспострой постоянно находится на месте строительства. Задействовано около 30 единиц техники и столько же рабочих. Работают по обоим направлениям. Параллельно со строительством дороги на отрезке дороги Гром-Цинягар возводят новые мосты. Кроме этого, меняют водопроводные трубы, по которым вода поступает в селение Гром. Чуть ниже мы должны в село провести уже воду, обновить ее, чтобы произвести уже устройство самой дороги. Да. Ведутся сейчас работы подготовительные, пока что работы для устройства отголовка бетонной трубы. И идет наращивание земполотна. Дорога достаточно узкая, и по проекту ее должны расширить. Есть и сложные участки. Бригада дорожников тщательно исследует эти места и приводит их в порядок, что позволит без риска для жизни проезжать по новой дороге. Дорожные службы трудятся на 3-м и 7-м километре дороги. Грунт привозят из отведенного карьера. На 58-м пикете проводится устройство откосов и расширение дороги, так как там в нескольких местах произошел обвал дороги, провал, да, провалился грунт, и там дорога достаточно так узкая. Мы ее расширяем, устроим, ну, делаем откосы, дальше будем проводить работы тоже, наращивать и отсыпать земполотно. Дорогу должны сдать в эксплуатацию в ноябре этого года. Как говорят дорожники, она будет соответствовать высоким стандартам качества. В первую очередь автомобилисты будут ездить без грязи и пыли. К тому же по этой дороге можно быстрее добраться до Динагарской зоны. Анжела Кокоева, Азамат Кудзеев. Информационный выпуск сегодня.